где же моя булочка? Булочка, конечно, вкусная, но это не та булочка. Мама, где моя булка? Я тут. Да булка не тебя зовут, это другая булка. Всем привет! Сегодня мы будем распаковывать вот такую булочку. Всем привет! Сегодня у нас на распаковке новая булочка, игрушка Sweet Pups, то есть сладкие щеночки, которая только-только появилась в России. Только-только. В коллекции есть 12 булочек, и они могут превратиться в щенков. Кто же мне попадется? Очень интересно. Вот тут на коробочке есть всякие-всякие разные-разные щенки. Я больше всего хочу вот такого далматинца и вот такую собачку. Опс. Вот тут такая у нас рамочка. Тут как будто такое полотенце. И она так вкусно пахнет. Ажурная салфеточка внутри. Опа, булочка. Что? Я же тоже хочу посмотреть. Не жадничай, посмотрю и отдам. Мне же тоже интересно. Ой, какая она приятная. Слушай, она как сквиши. Она такая мягенькая, как подушка. Ой, какой щеночек. Ой, какой хороший. Так это кто у нас? Симпатичный. Ксюша, кто это вообще? Давай посмотрим на картинке, найдем. Это хаски. Да? Ну, мне кажется, да. Мне тоже. Это хаски есть. Ксюш, посмотри, у него же голубые глаза, как у хаски. Да. Точно, это хаски. Прячется в щеночка и получается такая милая мягкая игрушка. Он также прячется туда. Раз и все. Мне кажется, очень хорошая игрушка. Наверное, будет популярная, да? Да. Ох, что-то я все пропустил. Так что там внутри-то? Привет, да вижу, что хаски. Только маленький и пахнешь как вкусняшка. Меня вот злодейка уменьшила, теперь я маленький. Расколдуй меня, Булат. Даже не знаю, что и делать. Я колдовать-то не умею. О, придумал. Я вот своих подписчиков спрошу, они обязательно помогут. Я уверена, что ты меня спасешь. Да конечно, не переживай даже. Классная игрушечка, мне в такую. Это будет рюкзачок. Он идет в школу. Какой ошейник красивый у него, да? Как ты его назовешь, Ксюш? Хотя у него там есть имя на коробке. Но ты, наверное, по-своему его как назовешь? Я его назову Бублик. Бублик? Да. Всем пока. Подписывайтесь на канал Ксения ТВ. Всем пока, подписывайтесь на канал Ксения ТВ и всем пока и лайк. Да-да, и про лайк не забудьте. Пока-пока.